исследования показали весьма любопытное отличие. У всех млекопитающих мужской орган имеет хрящевую основу, стержень, который является у нас несущим. У всех, и шимпанзе, гориллы и так далее. Только у современного человека этого нет. Да, это не важно, да? Вот понимаете, сколько даже физических и физиологических отличий, не говоря о том, что наша генетика, исследование генетики показало, что даже мы несовместимы с так называемыми неандертальцами, это факт, потому что нашли в Альпах замороженное тело неандертальца, в курсе об этом, да? Все слышали. В новостях просто газеты все пестрят огромными заголовками, что вот в Альпах нашли тело неандертальца, вмерзшего в лед, его генетику исследовали, и оказалось, что неандертальцы и современный человек несовместимы генетически. Так от кого же мы тогда произошли?